Тихонов родился в городе Павловский Посад. Проходите. Вот такая вот у нас тут экспозиция. Здесь сделали улочку. Единственная поправка, что именно не здесь был дом Тихонова, но в целом, чтобы не искажать действительность, можно сказать, что так. Что это именно его дом, он сделан по его эскизам. Вот. Тихонов снялся в очень многих фильмах, но, пожалуй, самым его большим произведением искусства является... Как этот фильм называется? Как ты думаешь? 17 мгновений весны. Это его легендарный фильм. Пожалуй, самый лучший, который был в советское время. Многие фильмы я даже не скажу, какие. Может быть, Сережа что-то вспомнит. Вон будет проводиться граффити-фест. Очень интересно в этом году. Вот еще кадры из фильма 17 мгновений весны. Вот такой тут у нас красивый парк. Всем рекомендуем посетить данный музей.